основные итоги прошлого года, на ваш взгляд, основные моменты, какие итоги эти были. И самое главное, что меня интересует и волнует в Комитете госконтроля, какие вы видите недостатки, над чем вы хотите сконцентрироваться. Главная ваша оценка – это бюджет и государственная собственность. Здесь основные направления вашей работы, как вы их видите. Кроме основного хлеба, который ест Комитет госконтроля, образно говоря, есть много вопросов, которые, ну, традиционно из практики завязаны на комитет. Это контроль за выплатой заработной платы. Где-то одним глазом вы посматриваете на налоговую систему. У вас подчинение финансовая милиция. Как она работает, что здесь нам надо добавить. Много комитет госконтроля работает с реальным сектором экономики. От этого мы тоже никуда не уйдем. Вы должны видеть, как функционирует реальный сектор экономики. Контроль здесь должен быть обеспечен. Еще одно направление, по которому мы должны очень серьезно поработать, это на Всебелорусском народном собрании, мы об этом говорили, посредничество. Посредники способствуют повышению всегда стоимости товара, ну, процентов до 30, а то иногда и больше по отдельным позициям. Нам такое посредничество не нужно. И нужно исключить всякое посредничество внутри Беларуси. Что это за порядок такой? Я покупаю товар за забором, и мне еще какой-то нужен посредник. Не нужны никакие посредники. Тут надо внести соответствующее предложение. А то приходят и говорят, вот они там отсрочки дают, еще чего-то дают, да. И мы к ним идем. Надо рассмотреть все аспекты и посредничество, ненужное посредничество исключить.